привет! Вы смотрите Мелон Рич ТВ. Сколько раз, перечитывая рассказы Майн Рида, Жюля Верна или Герберта Уэллса, мы с вами отправлялись в воображаемое плавание по океану, высаживались на таинственном острове или гостили у марсиан. Теперь все это происходит наяву. Сыр танцующих фонтанов «Аквамарин» приглашает всех вместе с героями нового шоу «Астролябия» совершить путешествие в загадочный мир стимпанка. Шоу «Астролябия» — это путешествие, полное неожиданных встреч, в котором принимают участие ловкие акробаты, дрессировщики, настоящий волшебник и бесстрашные воздушные гимнасты, а также грациозные танцоры на льду. Вместе с ними вы побываете в зарослях африканских джунглей и соленом царстве океана, закружитесь в танцы гигантских бабочек и, затаив дыхание, промчитесь по Млечному пути. Представление мне очень понравилось. Мне очень понравились персонажи в этом представлении. То есть малыш, который бегает, помогает непонятному человеку, который ни по-русски, ни по-английски, ни по-итальянски, не понять, как общается. В целом очень позитивно и забавно. Ну, улыбался все на протяжении всего представления. Очень понравился фонтан, который подсвечивается разными цветами, который меняет направление брызг, да? И пока что впечатления все остались положительные. Мне нравится сегодняшнее представление. Очень красиво, очень оригинально. Весело, профессионально и очень красиво поставленные номера и костюмы хорошие. От обычного цирка «Аквамарин» отличается? Ну, конечно, все-таки это больше, я бы сказала, так не прям цирк, а цирковой театр, наверное. Ну, во-первых, сама сцена предполагает, плюс, естественно, аква придает шарма всем номерам. Вот, ну и плюс все-таки, ну все-таки это театр. Вот и подошло к концу наше замечательное путешествие. Все кусочки «Астролябии» собраны, и добро, как всегда, победило зло. Оставайтесь с «Мелон Рич», и вы всегда будете в курсе самых свежих премьер.